А при этом ведь я правильно понимаю, что мы с вами говорили в гостевой, незадолго до эфира, что лидер группы Леонид Федоров, он вообще человек, ну, при том, что он человек сцены, он не публичный, что он никуда не ходит, интервью не дает. А вы даете. Как получилось так, что... Ну, вот как-то так получилось, что вот он изначально особо... Нет, он говорит-то умеет. Я имею в виду. Думаю, вот. Но как-то изначально так получилось, что как бы вот мое, извиняюсь, название — фронтмен. То есть мен, извиняюсь, впереди всех, впереди и так далее. Да? И по высоте своей образа, по росту, да, и по какой-то там, может быть, лицевой линии, да, харизматичной. Я не знаю, да, но, по крайней мере, меня изначально все время как бы что-то о чем-то меня лично спрашивали, да. И, конечно, в итоге спрашивают по сей день, да, и честно признаюсь, я не любитель ходить, ездить там по телевидению, радио и так далее. Но ходите, да? Ездите. Но вот такая карма, скажем так, да, ничего не поделаешь. И опять же, в связи с выходом фильма нужно что-то говорить, чтобы пришел народ, потому что народ у нас, я здесь в кино особо на такие кинофильмы не ходок, а ходят на другие попкорновые, как бы сказать, изделия, скажем так, да. И поэтому, естественно, нужно как-то его завлечь в хорошем смысле этого слова. Не денег срубить, а чтобы человек посмотрел хороший, качественный фильм. Душевный, духовный и так далее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».